Авіта стильний, поняли? Воно чим нижче, тим. Супер! А зона пристрілка. Это наши помощники сегодня. Удивительно, такой маленький аппарат, а столько возможностей. Сегодня у нас новая встреча в хозяйстве Вадима Дробитько. Мы в Николаевской области, и мне, как всегда, интересно. Очень много мы сегодня снимали. Думаю, зрителям нашего канала будет интересно. И не могу не спросить. Нас ждет 30-31 мая новая лаборатория Наутил, уже полевая практика. Вадим снова приглашен туда в качестве спикера. О чем будет рассказ на лаборатории Наутил? Мы продолжим уже то, о чем мы говорили на зимней конференции. Это о нормах высева сельхозкультур. И мы возьмем такую достаточно интересную, неспецифическую для юга Украины культуру, культуру сою. И тема будет такая. Выращивание сои в багарных условиях, нормы, междурядья, сроки посева. То есть это будут разные нормы, разные схемы по посева, да? И это то, чего сроки. Еще мы здесь не видим. Там в Агросоюзе будут заложены тоже опыты, да? Да, они уже заложены. Мы уже увидим сходы, по-видимому, в это время. И о всех особенностях, потому что многие даже боятся сою выращивать в условиях багары, именно в засушливой зоне. А у вас это получается? Да. Как вам это удается? Ну, об этом мы поговорим в Агросоюзе. Здорово. Приезжайте для того, чтобы узнать все секреты выращивания сои в багарных условиях. До встречи в Агросоюзе на лаборатории Наутил полевой практики.